Подъезжаю Змеёво. Слева от меня начинается участок Института ионосферы Земли, отделение, которое расположено в Змеёве. И там в советское время были построены огромные сооружения из стали, которые представляют собой антенны. Что-то Советский Союз готовил Западу, какой-то сюрприз. Ну а Запад скинул цены на нефть, и Советский Союз развалился. Всего там и по делу. Сегодня 4 апреля 2020 года. 4-4. Вот они. Конструкция Института ионосферы Земли. Сейчас под охраной. До войны сюда народ заходил, фотографировался. Что-то вроде параболической перевернуто, вертикально ориентированной антенны. Что территория охраняется. То есть тут что-то есть. Тут, тропинка натоптанная. Ох, куча столбов. Еду к конструкции Института ионосферы Земли за окраиной Змеёва. Назад сам Змеёв. Хочу заехать на Змеёво круче. И оттуда, скорее всего, уже поеду домой. Думаю, что эти конструкции тоже относятся к Институту ионосферы Земли.